Шматлікія пераломы пасля непрафесійнага масажу прывялі да смерці 89-гадовую жыхарку Гродна. Як стала вядома, знойдзены па аб'яве спецыяліст не меў адпаведнай ліцэнзіі на аказанне медыцынскай паслугі. Пасля яго маніпуляцыі пенсіянерка адчула пагаршэнне стану здароўя, з-за чаго была дастаўлена ў Гродзенскую абласную бальніцу, дзе памерла. Па заключэнні судмедэксперта, жанчыне былі нанесены цяжкія цялесныя пашкоджанні, несумяшчальныя з жыццём. Женщина 1928 года рождения, в силу возраста нуждалась в услугах массажиста, стала искать нужного специалиста по объявлению и нашла мужчину 1980 года рождения. Тот, помимо процедуры массажа, провел и лечебную гимнастику, после которой пенсионерке стало значительно хуже, и вскоре она умерла. По заключению медэкспертов, смерть наступила от закрытых переломов. Сейчас в отношении специалиста, оказавшему услуги массажа, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное врачевание, повлекшее смерть человека». Максимальная санкция статьи – до 7 лет лишения свободы.